В Иркутской области на 40% снизилось количество нарушений правил дорожного движения. Причем касается это тех мест, в которых установлены комплексы фото-видеофиксации, сообщает 28 августа 2019 года Главное управление МВД по региону. Так, за весь 2018 год в Приангарии водители в зонах действия камер совершили почти на 40% меньше нарушений, чем годом ранее, а на нескольких оснащенных комплексами участках дорог аварий не произошло вовсе. Вместе с тем, сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений Главного управления МВД России по Иркутской области регулярно ведут мониторинг и топографический анализ, выявляя очаги аварийности, где при помощи внедрения комплексов возможно улучшить дорожную ситуацию. Один из таких выявлен в поселке Шароны, рядом с федеральной трассой. За последние полтора года в этом месте зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали 9 человек. При этом абсолютное большинство аварий случались из-за превышения скорости. Всего в 2019 году в регионе установили 10 комплексов СКАТ. 6 находятся на трассе Р-258 Байкал в районе Култука, Слюдянки, Утулика, Салзана, Мурина, Новоснежный. 4 находятся на трассе Сибирь в Усольском, Зиминском, Тулунском районах, а также в Ангарском городском округе в районе поселка Шароны. Эти комплексы могут выявлять нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу и обочину. Их установка позволяет рассчитывать на постепенное снижение количества ДТП с тяжкими последствиями. В Иркутской области уже установлен 121 комплекс фото-видеофиксации. Кстати, посмотреть, где находятся камеры, можно прямо сейчас через специальный онлайн-сервис ГИБДД. Ссылка на него находится в описании.